6 лесных пожаров с начала сезона потушили в Тверской области. Министерство лесного комплекса Верхневолжья рассказало о лесопожарной обстановке в регионе. По данным министерства, с начала пожароопасного сезона и по состоянию на 24 июня в области ликвидировано 6 лесных пожаров общей площадью более 3,5 гектаров. В Балаговском, Калининском, Калязинском, Максатихинском, Осташковском округах. В Тверской области мониторинг лесных пожаров осуществляется наземным и авиационным патрулированием с помощью камер видеонаблюдения, космического мониторинга, а также с использованием беспилотных летательных аппаратов. Напомним, что до 31 августа на территории региона установлен особый противопожарный режим. Посетителям леса запрещено разжигать костры, а также сжигать мусор, сухую траву и порубочные остатки.